Если кто не в курсе, его зовут колхозный кухарь. Блять, колхозный кухарь, блядь, это сегодня не настроение. Что, блядь, аппетит проявляется. Точно. С ебенем шо. Не, блядь, это не слово, нахуй. Короче, блядь, рецепт шаурмы, нахуй. Короче, блядь, дух моей дух провинции, блядь, короче. Понимаешь? Че, дебил? Блять, все, заебись, кичунет, помидор, блять. А майонез где нахуй? Дебил, блять, кидать нормально не умеет. Это, блять. Дубль 2. Сцена 1, дубль 2, там что-то. Короче, не суть. Вот так получше. Дебил, блять! Мне кажется, мы ее порвали. Похуй вообще, блять. Короче, блять, рецепт такой, блять, дух провинции вложен в мою капусту. Вот она, блядь, в жопе я с ней не ковырялся. Так, в основном там, ну, сыр, блядь, хуяк сыр, так. Огурцы, поплавцы, нахуй. Курица, это вам не соседнего двора. Это, блядь, месячные девственницы. Так, помидорчики, естественно. Блядь, мама снес увидит, убьет, нахуй. Так еще две коробки. Две шайбы. Только батя не показывает видос. Короче, блядь, коробочка там, где смешивается, блядь, зелье ведьмы, нахуй, ну как вы поняли. Как это вообще не нахуй? Дебил, блядь. Ой, блядь, ебаный в рот, блядь, еще и разлив. Хорё, мама хуйня не занимается, блядь. Все, врубай, нахуй. Куда ты, блядь, куда ты, нахуй? Неправильно. Приготовил, блядь. Гигиена на высшем уровне. А, блядь, что я наделал, нахуй. Не, нормально, все. Как говорил Ред 21, надо поблевать, чтоб шаурма сухой не было. А, Аль, чужа. Рекламная пауза. Будет широкая чуть-чуть. Ты все? Ты все на это. Она порвала. Ну я же говорю, колхозный кухарь, блядь. Пиздец, ну короче, блядь, ну Котя, знаешь, будет как на рождественском столе мясной рулет, блядь. Знаешь, он тоже такой широкий, приплюснутый. Ай, блядь. Мамкин повар, блядь. Куда нахуй теперь ложить, блядь? Быдло, блядь. Кто, блядь, месиками своими вымазал эту лаваш, нахуй? Ебанулись. Не по одному микроволновку сувать. Не, ну ты реально колхозный кухарь. Как-нибудь поедим. Ну, пятого, сука. Пиздец, нахуй. Блять. Надо что сделать? Пиздец. Покурить, блядь. Абзац, как было, блядь. Вот только не думай резать этим ножом сейчас. И главное, паузу. Покупайте шторы, охуенная вещь. Покупайте шторы, охуенная вещь. Шторы из хлопка, ничего лучше, блядь, не будет. Я сейчас так помню, ёбнул палец, что-то сломал. Кусочек от мазика. Этикетка в подарок. Так. Сейчас опять какую-то хуйню творю. Так. А нахуй сейчас сырничек курицы нужна? Блядь. Видел, у меня мама опять дедом. С
Сцена 2, дубль 2. Хлопушка. Кусок мяска у меня на голове. Кусок мяска, мяска, кусок мяска, мяска, мяска. Е-е, я в хабзе, я делал ваш, я у меня кураж. Е-е, я разлил воду на кровати, мне похуй. Мне батя купил ананас. Блять, не пиз... Рэпер от бога, в пизду тебе дорога. 365, порно у нас, я дрочу опять, дергаю свой ананас. Гигиена на выживание. Нарезаем помидор, аж водород. Нарезаем помидор, а Никита пидор. Мы режем помидорчик. Режем помидорчик. Дынь-дынь-дынь, мы режем помидор. Мы режем помидор. Это паровозик. Помидор. Не, только не сейчас звони, пожалуйста. Отлично. Как хотел. Видел моя мама, как я шел муж, я сделал, блядь, если она видос еще увидит, хуй, бля. Скажет, сынок, нахуй ты мне нужен, я тебя закопал, блядь. Донышко у тебя вообще охуенное. Хуй ты хотел, блядь, гигиена. Обожаю гигиену. Нарезаю сырок, ковыряю в носу. Кусок спрячь, там козявка. Ты охуял? Что, блядь, с сыром, нахуй? Говорят, откуда коронавирус появился, блядь? Ну, съел, тараканы, нахуй, приползли, спиздили кусок сыра один и съебали. Один козявку оставил, другой съел. Нарезаю сырок, ввожу в шаурму, получился хуёк, мне как-то похую. Ну просто нахуй ты сейчас снимаешь. Я себя сейчас работаю. Охуизм на высшем уровне. Нет, ты понимаешь, я ставлю на паузу, но потом жалею, нахуй, что я ставлю. Снимаешь? Да. Снимаешь? Ты понимаешь, я жалею, что я ставлю на паузу, потому что именно когда я ставлю паузу, такие ценные кадры появляются. Беру помидор, это грязь. Вожу на донышко хабзайского. Донышко грязное, а мне как-то похуй, ведь я хабзаец. Я думаю, почему я, блядь, похож на дядю, скоро тоже без палеца стану. Берем кетчунес. Это кетчуп, просто. Повар сказал кетчунес, значит кетчунес, блядь. Не повар или колхозный кухарь? Ты не путай. Похуй. Блядь, сука. Объёмы нахуй, конечно, как накончал. Ну ладно. Много или мало? Мало. Нахуй иди.
еще одну закрутим, нахуй. Поддерживаю. Это не шаурма, нахуй. Если это и шаурма, то чернобыльская максимум. Чувствую, нам никто в микроволновку тут не разрешит засунуть эту хуйню. Получал когда-нибудь чернобылевскую премию? Пиздец, ну, блядь, я с ней родился. Что мы наделали? Шаурма от бога. KFC общажная, нахуй. Тебе нахуй я здесь делаю, блин? Это портится будет изнутри. Там как я от рождения. Тоже нахуй я это делал? Сунем в рот, я ведь не идиот. 5 баксов заработаю. У нас хоть одна шаурма будет нормальная? Сунь в рот, получишь 5 баксов. Походу курица пизда. Точно везет, я там спалить останусь. Вот почему. Вот почему мужики живут меньше женщин. Это что у меня пизда, видишь, она сломалась нахуй. Надо было просто так съесть ингредиенты. Не ебались бы хоть с ней, с этой шавухой ебаной. Может, что ты робишь? Она потрескается, смысл нам страдать. Вот, по чуть-чуть просто всего понакидываем, будет шаурма пиздатая. Вообще, немного. Это совсем не реклама нашей шавушной. Там точно, блядь, все сдохнут. Не, ну от такой гигиены, конечно. На ком будем тестировать? Кого не жалко? Вон на собаке соседнего глаза. Ты правитель? Вот, он увидит. Потом я все монтирую. Конечно, заебусь монтировать. Но это будет эпик. Вот, чуть-чуть. Мне кажется, мы сейчас шаурмой, блядь, наедимся, пиздец. Салат. А у нас шаурма пошла порвана пизда. Нашим желудком пизда. Тоже. Ты бил, блядь. Как они там шаурму-то готовят, я не понимаю. Там уже все готово, просто закидывают. Ну, конечно, ложат меньше намного. С душой. Да. Вот, блядь, научи меня хоть помидор могу порезать, блядь. Привязаться. Вторая точка я. Головка от хуя. Сука, заебись ты нахуй. У тебя гигиена просто охуительная. Шикардос. Здесь будет вкусно, блядь. Пикает, не надо нахуй. Ну, блядь, земля не блядь. Можно и поднять. Можно и съесть. Можно и сожрать.
Да градиенты останутся где, блядь? Ну что же, сколько... Пиздец, блядь. Что упало у студента, то упало на газетку. Это ты сандаль газетку. Шок дрочит, блядь. Ты там живешь, дебил. Я знаю. А теперь хуенес! Хуенес. Для привкуса. Мало? Конечно, мало. Все-таки заебись, что брали две пачки майонеза. Остальное сам высосишь. Попытка номер три. Чей пизды, нахуй. Придется, походу, опять в две шаурмы хуярить. Чего, и этим на низ ложи, чтобы она не раскручивалась. Чтобы она не раскручивалась. Сука, пизда. Блядь, да нас засмеют, нахуй. Пирамиду строим. Ой, блядь, дебилы. А теперь у нас опять рекламная пауза штор. Где бы вы ни находились, где бы вы ни умирали, где бы вы ни жили, блядь. Покупайте мои шторы. Да, руки вытирать заебись. Да, это вам не курица соседнего двора. Ну блядь, ну это ж донышко. Похуй. Похуй на высшем уровне, я ебал твою подругу. О, так пизжи снять. Шо, блядь, хули ты доебался? Блядь, сука, пробил! Ты дебил, ну... Серьезно пробил? Да, нахуй, колол ножом. Не хуй выебался. Ну, это вообще-то для эпичности. Это долбоеб. Эпичный. Как мы будем это все по очереди греть, нахуй? Нас нахуй пошлет. Когда увидят вид этой шаурмы. Нет, такой лаваш сразу запомнишь, что такой покупать не надо. Такой говно. Как быдло, блядь. Душку набьем? Угу. Я тоже хочу. 13 минут длится второй видос, нахуй. Первый еще где-то минут 8. Ну, блядь, обрезать видео, конечно, блядь, хуйня получится. А так дохуя видос получится по длине. Теперь я понял, что не прям надо много. Тебе что больше нравится, рукожопыч или колхозный кухарь? Ну, вообще, так ко мне относится и тут, блядь. Ну, надо выбрать одно. Колхозный кухарь... Фу ты, блядь, колхозный кухарь у меня... В крови. Тут, короче. Подожди, курочку надо убрать, а то хуёво видно процесс приготовления. Дебил, блядь. Уходит у меня мелко, наверное. Лицо нахуй эпичное просто. Эпик Дейл. Ну что, скинуть это, по идее. Так, как мы к ним лезть будем? Мы ж в руки не вытащим, будем, блядь, распадаться все на мелкие, блядь, частицы. Не буду, блядь. Попытка номер... блядь, какая там по счету? Короче, попытка номер... Следующая попытка. Ха-ха.
пизда, блядь. Знаешь, такой прикус этого? Ты знаешь, когда в костёле дают этот хлеб божий? Божий. Не, блядь, батя этого лаваша нахуй нас по судам затаскает. Не, ну это походу самое уродливое шоуха получилось. А ты говорил, самое нормальное выйдет. Реклама на шторы? Даже твое имущество можно выйти. Теперь, конечно, без пятна, пизда. Блять, сука, я отражаюсь в зеркале, в окне. Блять, ну почему я не снимал? Ну вот нахуя я на паузу поставил? Ну да похуй, моя божественная шаурма не тронута. Подумаешь, шторами завалил. Сука, ну блять, ну чё ж мне так везёт-то нахуй, ёбаный в рот. Нахуй я на паузу ставил? О, кальян! Помнишь, мы делали кальян? Можно заебенить опять. Нахуя ремонтировать? Две трубки, два кальяна. Блядь, дебил. Как она могла ебануться, вопрос? Спроси, как ты могла ебнуться? Её ж не трогали нихуя. Ну, блядь, дебил. Не трогал, ещё её, блядь. Нехуй руки было вытирать об шторы. А это уже совсем другая история. Итак, с вами был колхозный кухарь Никита. Всем до встречи, ставьте лайки, подписывайтесь, и такие видосы будут выходить почаще. Пизду, там какая-то гомункул вылез. А молитву прочитать? Перекреститься мало. Ебать, это сколько сока от помидора. Знаешь, пахнет хуёво. К сожалению, Никита больше не сможет снимать видео и про кухню тоже, потому что он попробовал форму царства ему небесное.